Всем привет, мои дорогие! Мы сегодня в магазине в Германии. Хотим вам показать цены, продукты. Да и сейчас в колбасном отделе. Вот сало, кстати, очень неплохое. 2,79, 2,19 за вот этот кусочек. Ветчинка, ну это фастфуды. Это вот колбаска. Тоже довольно-таки неплохая, мы ее часто берем, и цена нормальная. Вот сосисочки 2,89, но там 400 грамм. Есть сосиски, я вам сейчас покажу, которые стоят там килограмма, и довольно-таки приличная цена. Это паштеты €69. 250 грамм. Вот колбаска копчененькая, тоже довольно-таки неплохая, 5,85 мы часто берем, вкусная. Вот это тоже сырокопченая за 3,99. Тоже сосисочки идут детские разные. Вот нарезка, ну эту нарезку я вот эти солями не очень. Это вот сосиски, но они больше как сардельки. 7,29, кстати, тоже очень вкусные. Тоже сосисочки разные. Вот креветки 2,19. Это всякие, это салатики. Так, мяско. Почему это мясо? 9 евро за, 8,99 за килограмм. 8,87. Почти килограмм. Вот это свининка. Это вот свининку мы взяли. 2 килограмма, 251 грамм. 12,36. Вот свинина. 2,5 килограмма. Да. Отлично, мякоть. Вот еще колбаски. Да. Разные. Пожалуйста, мяско, вот свининка по 5. Почем она? 5,49 свинина за килограмм, пожалуйста. А вот всякие горошки, ананас €49 в баночках. Тоже морковка с горошком. Фасолька. Это стрички, а это вот бандуэль, огурчики €19 баночка, 1,79. Так, это еще он красный буряк, называется деликатес. Ой. Масло €39. Подсолнечниковое убрали, закончилось. Рапс стоит. Вот такое масло есть. 4. Ну, это дорогие, это из ряда дорогих масел. Какой-то салатный йогурт. Ну, в салаты добавлять. Ну, давай возьмем. Что-то такое. С луком изысканное. С луком изысканное. Еще какой-то другой. Разные масла. С Италии написано. Итальяно. Бианко. Сурол. Виноградное масло. Яблочное. Может, это уксус. Наверное, эссенция уксус. Написано салата. Оливковое масло. 7,99. Мука по 65 центов, сахар €49, сахар разный, покажу, такой сахар и вот такая мука, мука тоже разная, такая мука и вот такая, это разные вот ванилинчики, много всего для тортиков разные, сахарные пудры. Какао, разрыхлители,
миндаль. Ванильный сахар по 45. Вот туалетная бумага по 45. Картошечка. 4. А вот смотри, сетка 4,99. А сколько тут? Вот это будет сразу 4,79. Вот 4,79. Ну, на 4 килограмма. Да, 4 килограмма сеточка. Что, справимся, надо брать. Цены такие вот. Лук. Евро 69. Чаи. Такие вот зайцы. К Пасхе. Угу. Какие красивые. Да. Не посадил. Да, если бы они там были. Тут говорили, акция. Берешь зайца, а внутри деньги. Кто-то находил по 50 евро. Ну, это мы купили два. Ничего мы не нашли. А цена на них, видите, какие они дорогие. Так что, да, как говорит мой муж, не наш случай что-то выиграть. Шли еще в один магазин. И здесь вот огуречный рассол. Ну, там мы так поняли. Горкин Август. Похмельный. Для похмелья, я не знаю. Ну, в общем, а тут разные такие вот маслы постные, потом разные. Ну, это немножко дороже на несколько, скажем так, кокосовое масло. Ну, дорогое. Литр 11,99. Вот горошки. Такие стручки тут даже продают, у них очень, кстати, принято. Вот горошек 2,49. Видите? Персик, груша. Ну, это как компоты такие в жести. В баночках. Ананас. Абрикосовый компот. Вот он, евро 99. Видите? Абрикосен компот. Засахаренные, обработанные, свежие. Вот тут собранные. Разные компотики с малинки. Под испанским солнцем. Туксус 2,29. Ну, у них написано эссенция. Вот эти фиги хочу. Лимонная кислота, наверное, цитрона. Цитроны. Да. Ну, вот тоже еще отдел, можно сказать, русский. Такое, такие наши капусты, хроны, паштеты, смалец. Вот видите, тут как бы разнокультурные эти продукты. И польские есть, и литовские. Семечки невкусные, я их уже пробовала, эти белые, никудышние. Сгущеночка. Вкусненькая. Солька. 2,49? 2,49. Бешеные деньги. Ага, бешеные деньги, точно. Ну, тут не найдешь, да. Мясо 5 евро, а тут инфасоль 2,49. Я жарю. Ну, как бы, полкило, да. Халва. Очень неплохая мы брали. Халва вкусная. Вкусная халва, да, мы ее брали. Настоящая. Наша подсолнечниковая. Украинская. Ну, дальше. Черный. Да, фасоль красная. Посмотрим. Фасоль 2,49 красная. Горчичный порошок, соль каменная, пожалуйста. Ну, вот такое все. И польские продукты, вон кухарок. Слушай, а горчичный? Молочные продукты. Тоже сливки в бутылках. Сливки, это все сливочки. Творог. Нет, она вот такой. 2,19. Ну, Саше понравился, очень вкусный йогурт. Вот это в банках больших. 2,19. Вот такой вам сегодня маленький еще. Маленький обзорчик. А с вами была я, ваша Наталья. Всем пока-пока, мои хорошие. Всех благ и мира.